Здравствуй, Денис. Сегодня 28 апреля, и тема сегодняшнего урока – прибавление и вычитание числа 3. Урок математики мы начинаем. Еще одну тайну сегодня узнаем. За новыми знаниями отправимся в путь. Назови все геометрические фигуры, которые ты знаешь, которые ты видишь на экране. Прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал. Хорошо, молодец. Каких фигур больше? Значит, у нас на экране треугольники и круги. Посмотри, посчитай внимательно. Итак, треугольников 4, кругов 3. Треугольников больше, чем кругов. Задачка. На дереве сидело 18 птиц. 3 птички улетело. Сколько птиц осталось на дереве? Давай посмотрим, как правильно решать и оформлять задачку. Итак, было 18 птиц, улетело 3. Сколько же осталось? Нам нужно найти. Решение. 18 минус 3 равно, сосчитай, Денис, 15. И записали ответ. 15 птиц. Следующая задачка, оформлять ты ее будешь уже сам у себя в тетради по образцу первой задачи. Итак, 17 славных медвежат за малиной в лес спешат. 3 малыша устали и от всех отстали. А теперь мы посчитаем, сколько мишек догоняем. Итак, значит, было 17 медвежат, 3 отстали и составляем действие. 17 минус 3 равно, считаем, и проверяем, получилось 14 медвежат. Следующая задачка. Воробьи беззаботно на ветке сидели, потом 3 из них по делам улетели. 16 воробышек ветку качали, а сколько тогда их было в начале? Итак, 16 плюс 3 равно 19. Следующая задача. 3 козленочка пасутся, 3 козленочка дерутся, 3 самых маленьких залезли на заваленку. Собрались козлятки вместе. Сосчитаем их всех вместе. Сосчитай, Денис, сколько козлят получилось?
И получилось 9. Молодец, Денис. Следующая задачка. У Светы и Аллочки 15 счетных палочек. 3 из них сломались. Сколько их осталось? Итак, всего 15 палочек, сломались 3. Запиши выражение и что у тебя получилось. 15 минус 3 равно 12. Хорошо. А теперь запиши в тетрадь и реши примеры. Молодец, Денис. На этом урок у нас закончен. Спасибо за работу. До свидания.